Здравствуйте, дорогие друзья, здесь Технонот и его команда. Продолжаем серию наших небольших роликов об участниках 5-го петербургского парада ретро-транспорта. Это серия о троллейбусе ЗИУ-5Г 1967 года выпуска. ЗИУ-5 – советский троллейбус большой вместимости, который выпускался с 59 по 72 год. Выпуск новой модели освоил завод имени Урицкого в городе Энгельсе Саратовской области. Общее число выпущенных ЗИУ-5 составило более 16 тысяч, что сделало его доминирующей моделью в троллейбусных хозяйствах Советского Союза и ряда дружественных Советскому Союзу стран. Троллейбусы модели ЗИУ-5, пришедшие на смену машинам МТБ-82, появились в Ленинграде в 60-м году. Особенностью новых троллейбусов стал большой и просторный салон с двойными мягкими диванами, высокими окнами и широкими пассажирскими дверьми. В момент своего появления ЗИУ-5 обладал такой разгонной динамикой, которая позволяла им двигаться в городском потоке наравне с легковыми машинами. Предтечей ЗИУ-5 стал троллейбус ТБУ-1, разработанный заводом имени Урицкого. По сравнению с предыдущими троллейбусами, конструкция значительно усложнилась, однако управлять новыми машинами было гораздо легче. Троллейбус впервые в Советском Союзе получил несущий кузов без рамы, а также реостатно-контакторную систему управления, позволявшую экономить электроэнергию. Впрочем, серийный ЗИУ-5 достаточно далеко ушел от троллейбуса ТБУ в техническом плане. В инвентаре ленинградского пассажирского подвижного состава такие троллейбусы числились до 87 года, однако спецмашины, служебные, агитационные и технички работали дольше. Последний ЗИУ-5Д выезжал в город в 94 году. Этот троллейбус, служивший складом запчастей в автохозяйстве рядом с троллейбусным парком номер 1, был известен любителям истории транспорта еще с осени 90 года. ЗИУ-5Г 67 года выпуска стал первым музейным троллейбусом, однако за его восстановление взялись только в октябре 2003 года. Уникальные работы по восстановлению троллейбуса были проведены ровно за 2 года. ЗИУ-5 номер 143 впервые был показан петербуржцам на мини-параде в честь 60-летия петербургского троллейбуса в 2005 году. В будущем ожидается восстановление еще 3 троллейбусов модели ЗИУ-5 самой первой модификации с пневматическим приводом дверей, сиденьями от МТБ-82, большей площадью остекления задней части, а также в оригинальной многоцветовой волнообразной окраске. Модификации ЗИУ-5Д в варианте капитального ремонта и агитационные машины безопасности движения. Таким образом, в музее будут представлены различные этапы истории эксплуатации этой модели в Ленинграде 60-х-90-х годов. На сегодня все, спасибо большое за просмотр, оставайтесь с нами и никуда от нас не уходите. С большим приветом из города-героя Ленинграда, до новых встреч, друзья-товарищи!